сегодня пятый день уже не работаем за деньги. Уже 4 месяца. Не пошли 4 месяца. Ровно не получили. До их не приезда, которую компания покупала или принимает, 3 месяца не получили. Все время обманывает. Сегодня, завтра. В этой неделе будет, тот неделю, в следующей неделе. И не получают. Пятый, шестой день сидим без работы. Никакое начальство ничего не отвечает, не приезжает, ничего не говорит. Мы что сами сидим? Вот так есть Кашхадим, Дарабикан, есть Давас, Песас. Чор сами сирочек чинкарны, мель дуна, мель дега появили бы. Че, если харчин инчих делу зум. На данный момент происходит переоформление передачи работы другой компании, которая раньше у нас здесь работала тоже, для ускорения работы. Поэтому пока эти дела не закончатся, в смысле приема сдачи передачи, вот это задерживается. По моему мнению, так. Потому что почти все мы сейчас с нами ждем передачу, оформление, передачу. А это же один день не бывает. Невозможно это за один день сделать. По моему мнению, нужно не более 7-8 дней. Неделю, скажем.